Всем привет! Рад видеть вас на iZender Today. Сегодня будем сравнивать. Надеюсь, название ролика все уже прочитали, но если вдруг кто-то нет, то уточняю, сравнивать будем камеры Huawei Mate 20 и Honor View 20. Кроме того, что в названии там и там присутствует число 20, у этих двух смартфонов есть еще очень много общего. А начать с того, что сами бренды Huawei и Honor, они настолько близки, что многие их вообще даже не разделяют между собой, в принципе, и считают чем-то единым. Все основные характеристики у них тоже почти полностью идентичны. И более того, после того, как Huawei официально снизила стоимость на Mate 20, они и стоят почти одинаково. Так что и получается, если заходит речь о том, какой из этих двух смартфонов выбрать для покупки, то ориентироваться стоит, во-первых, на дизайн, какой больше нравится, и, во-вторых, на качество фото и видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, кто из этих двоих лучший камерафон. Для начала давайте посмотрим, что именно мы сравниваем. С Huawei Mate 20 многие, скорее всего, уже знакомы. Он и вышел пораньше, да и у меня на канале было уже несколько роликов с ним. Но на всякий случай повторим. Сзади у младшего флагмана от Huawei находится тройная камера. Основной модуль на 12 мегапикселей с апертурой 1.8, широкоугольный на 16 мегапикселей и телефото на 8 мегапикселей. Фронталка у Huawei попроще, сенсор 1, но зато мегапикселей целых 24, если кому-то большие цифры греют душу. У Honor View 20 основная камера по сути вообще одна, что в наши дни для смартфона с такой ценой даже как-то непривычно. В флагманском Honor стоит сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 мегапикселей. Значение апертуры составляет 1.8. В паре с ней установлен так называемый TOF-сенсор, который составляет 3D-карту пространства перед собой. Это, по идее, должно сильно повысить качество снимков с размытием фона и различных дополнительных режимов вроде изменения фигуры в реальном времени. Да-да, такое тоже есть. Правда, по умолчанию снимки делаются в разрешении 12 мегапикселей за счет того, что соседние пиксели объединяются в группы по 4 и работают как один большой, чтобы получать больше света и, как следствие, выдавать более качественные снимки. Перед тем, как перейдем уже непосредственно к рассмотрению самих фотографий, совсем кратенько расскажу про то, как я сравнивал, как снимал и все такое, чтобы потом не возникало лишних вопросов. Во-первых, все снимки одной и той же сцены я делал в одно и то же время и из одной и той же точки. Во-вторых, смартфоны я сравнивал только в тех режимах, которые у них у обоих совпадают. Вот, например, у Mate 20 есть широкоугольная камера, а у Honor View 20 такого нет, и поэтому я не буду в сравнении вставлять снимки на ширик. Так что просто имейте в виду, что в одном смартфоне это есть, во втором нет, ну и там уже сами решайте, нужно ли вам это преимущество или нет. И, наконец, все снимки я делал в авторежиме, по принципу достал, навелся и снял. То есть так, как, на мой взгляд, вообще происходит 99% фотографии именно на смартфон. Теперь приступаем. Сначала посмотрим, как смартфоны ведут себя при хорошем освещении в солнечный день. Первый снимок – просто случайный кадр в парке. Много мелких деталей, веточек, иголочек и так далее. Я долго ломал глаза, но, признаюсь, какой-то более-менее заметной разницы так и не уловил. Оба смартфона справились одинаково, причем это касается как деталей, так и всего остального. Даже цвета практически один в один. Если же говорить в целом, то оба, как по мне, справились неплохо, без перешарпа и других серьезных артефактов. При этом на сосне даже видны отдельные иголочки, а на деревьях сзади можно различить мелкие ветки. В общем, первый раунд ничья. В следующей сцене оба смартфона на первый взгляд тоже выдали максимально близкую картинку, да и на второй тоже. Снова очень близкая детализация, цвета, баланс белого. С одной стороны, ничего удивительного, все-таки смартфоны фактически от одного производителя с близкой стоимостью и так далее. Но я все же ожидал, что разница будет. Все-таки в Huawei щеголяет оптика и отлейка, должен же быть какой-то эффект от этого. Но если присматриваться прям совсем дотошно, то кое-что можно заметить. При большом зуме видно, что на некоторых светлых элементах под ярким солнцем на снимке от Mate 20 видно чуть больше мелких трещин, дефектов, краски и неровностей. Похоже, динамический диапазон у Huawei самую капельку побольше. Но записывать это как победу я бы не стал. Во-первых, разница очень небольшая, а во-вторых, чтобы ее заметить, надо прям заниматься пиксель-хантингом. При обычном просмотре фото оба снимка воспринимаются абсолютно одинаково.
А вот на другом фото, которое я сделал на том же мостике, наконец-то разницу видно более отчетливо. Тут перепад яркости в разных участках кадра сильнее, и эффект от большего динамического диапазона оптики Huawei Mate 20 проявился заметнее. Даже если не приближать какие-то отдельные места, видно, что на снимке от Huawei лучше проработаны и светлые, и затененные участки. Если же немного покропать, то разница будет только заметнее. И ведь сказать, что фотография от Honor View 20 плохая, тоже нельзя. В принципе, он тоже смог передать и фактуру покрытия, и всякие мелкие выбоины, дефекты разглядеть можно. Если не сравнивать, то фото выглядит вполне прилично. Но мы сравниваем, и в этот раз Huawei Mate 20 справился заметно лучше. Возвращаемся к деревьям. Захотел показать вам эту пару снимков из-за одного забавного эффекта. Не знаю, как вам, но мне более приятным, даже, наверное, красивым, кажется фотография на Huawei Mate 20. Вы пока напишите в комментариях, какой вариант ближе вам, а я скажу, что к реальности ближе вариант Honor View 20. Под реальностью я имею в виду то, что я видел своими глазами. Вот и получается, что более холодные оттенки, которые мы видим на фото от Honor, точнее и ближе к реальному восприятию глаза. А более красивым кажется снимок от Huawei. И уверен, многие, но не все, конечно же, предпочтут тот смартфон, который делает более эффектные снимки, хотя по логике лучше должен считаться тот, который точнее передает действительность. Напишите, как кажется правильнее вам. А тут у нас уже ситуация поинтереснее. Снимал с близкого расстояния веточку дерева. Еще не совсем макро, но уже где-то рядом. Кроме того, что смартфоном надо было в принципе правильно поймать фокус, так еще и затвор желательно, чтобы сработал максимально быстро. Из-за ветерка ветки и листочки в постоянном движении и на длинной выдержке мелкие элементы могут получиться размытыми. На первый взгляд снова нет никакой разницы, на какой смартфон фотографировать. Оба справились с задачей, и я уверен, для 99% пользователей это будет именно так. Тем более, сейчас большинство фото делается для того, чтобы выложить где-нибудь в соцсетях, где супер качество в принципе не нужно. Но раз уж взялись сравнивать, то давайте смотреть внимательнее. Если приблизить, то видно, что на снимке от Mate 20 вот эти вот мелкие венчики, или не знаю, как они называются, получились почти идеально четкими, в то время как на View 20 все же немного смазались. Как уже сказал, в большинстве случаев это не будет заметно, но, как говорится, факт налицо. Mate 20 с этим испытанием справился лучше. Если говорить о привычной макросъемке, то тут в стандартном авторежиме оба смартфона выдают примерно одинаковый результат. Так что в этом они абсолютно равны. Но у Huawei в этот раз есть козырь в рукаве. И это его широкоугольная камера, которая позволяет делать макроснимки с очень небольшого расстояния. Вот, можете сравнить сами. Это не очень честно по отношению к View 20, и я говорил вначале, что делать так не буду, потому что ему физически нечем ответить. Но будем считать, что это вне конкурса. Просто захотел вам показать. Еще одна функция, которую я решил вам показать, это зум. Так или иначе, им пользуются многие, а во-вторых, интересно сравнить оптическое приближение в Huawei Mate 20 и полностью цифровой зум в View 20. Проверять будем вот на таком симпатичном дереве. Сейчас у вас на экранах исходный кадр. А вот так оно же выглядит в двукратном приближении. Разительной разницы снова нет. Количество деталей примерно одинаковое. Самое заметное отличие – это снова более проработанные тени у Huawei Mate 20. Если что, в описании под видео есть ссылки на оригиналы фото в облаке. Можете посмотреть и сравнить сами. Если чего интересного разглядите, пишите в комментах. В обоих смартфонах есть модный режим с размытием фона, и он даже разделен на два отдельных режима. Один называется портретным, для чего нужен, думаю, понятно из названия. Второй – просто диафрагма. Он дает больше настроек, вроде степени размытия, и теоретически годится не только для съемки людей, но и предметов. Начнем именно с портретного. Тут у View 20 с его TOF-сенсором, по идее, должно быть преимущество. Но вот если смотреть внимательно, то огрехов больше именно у него. Самый заметный в районе головы, где алгоритм не смог разобраться, где заканчиваются волосы, и захватил кусок дерева на фоне. Такое происходит не постоянно, но я выбрал именно этот снимок, чтобы показать, что даже новый навороченный сенсор не гарантирует отсутствие ошибок. Теперь посмотрим, как смартфоны справятся с боке, если в кадре находится не человек. К сожалению, для Honor View 20 и его сенсора глубины, в этот раз Huawei Mate 20 снова справился лучше. Honor опять не смог точно отделить границы объекта, и кое-где наш лев поплыл. Ну а Huawei молодец, заметных огрехов почти нет, границы четкие, все хорошо. С одной стороны, в каком-нибудь Instagram разница будет минимальна, но вот с другой, от разрекламированного TOF сенсора я ожидал более впечатляющих результатов.
Кстати, оба смартфона поддерживают изменение степени размытия уже после того, как снимок сделан. Теперь давайте посмотрим, как наша парочка справится с ночной съемкой. Начать решил с того, что просто щелкнул первый попавшийся фонарь. Скажу сразу, каких-то разительных отличий между двумя смартфонами тут нет, и оба выдали примерно одинаковые кадры. Если же рассматривать внимательно, то минимальное преимущество на стороне Honor View 20. И ореол вокруг фонаря немного меньше, и ветки дерева получились чуть более четкими. Но повторюсь, разница небольшая. Еще одна ночная фотография, и она уже намного интереснее. Если смотреть на экране смартфона или выкладывать куда-нибудь в соцсети, то оба смартфона справились хорошо. Это раз. И без заметной разницы это два. Но разница на самом деле есть, причем, что интересно, плюсы и минусы есть у каждого. Например, как мне кажется, View 20 лучше справился с ближним планом. Посмотрите на забор, на траву. Honor смог более-менее передать цвета. По крайней мере, понятно, что кирпичи красные, а газон зеленый. А вот у Huawei все выглядит лишь разными оттенками серого. Если посмотреть в EXIF файлы каждой фотографии, то станет понятно, за счет чего Honor добился такого результата. Он мало того, что выставил параметр ISO в два раза выше, чем Huawei, так еще и выдержку поставил более длинную. Совсем немного, правда, но тем не менее. Если с травой и ближним забором это сыграло на руку, то вот дворец, который я и снимал, из-за этого получился хуже. Снимки от Huawei он вышел более четким, детали видны лучше и почти не смазаны. Пишите в комментах, чей подход вам кажется более правильным в данном случае. В обоих смартфонах есть и специальный ночной режим. Суть в том, что снимок делается на длинной выдержке, а автоматика старается скомпенсировать дрожание рук, которое бы дало очень смазанную картинку, если бы такую же выдержку поставить в ручном режиме без штатива. Я сделал снимок из того же места, что и в прошлой сцене, но уже в ночном режиме. Эффект заметен, в обоих случаях картинка стала светлее, появились новые детали и все такое. Но общие результаты остались такими же. У Huawei лучше получился сам дворец, у Honor передний план и цвета в затемненных участках. Добрались до фронталки. Я какой-то разницы вообще не увидел. На мой взгляд, оба снимка почти одинаковые, в том числе и по проработке деталей, волос и так далее. Единственное различие – небольшая разница в тоне кожи, но даже она совсем невелика. Нельзя сказать, что какой-то из смартфонов полностью переврал мою кожу. Так что для любителей селфи, на мой взгляд, оба смартфона равноценны. Напоследок давайте посмотрим, как оба смартфона справятся с записью видео. Комментировать особо не буду, смотрите и слушайте сами. Но отмечу, что флагманы Huawei и Honor этого года справляются с этим намного лучше, чем середнячки и даже чем флагманы, но прошлогодние. Снимаем видео. Оба смартфона сейчас у нас в 4К пишут. Давайте немного пройдемся, сравним потом, как работает стабилизация, ну, точнее, вы сами сравните на экране. Так, ну и давайте подойдем, посмотрим на скорость фокуса. Так, ну и немного попрыгаю. Давайте подводить итоги. Первое, оба смартфона мне понравились. Это я сейчас говорю конкретно в плане камер. Они сейчас, конечно, не самые продвинутые камерафоны. Есть модели и более интересные в этом плане. Но, как по мне, их фотовозможностей, причем любого из этих двух, хватит, наверное, для 90% пользователей, может быть, даже и больше. А конкретно между этими двумя я все-таки бы выбрал Huawei Mate 20. Нельзя сказать, что он выше на голову. Но, как сами видели, во многих ситуациях он оказывается чуть-чуть, но получше, чем Honor View 20. Стоит ли это превосходство того, чтобы переплатить за него 2000 рублей, тут уже каждый решит для себя сам. В любом случае, буду рад обсудить свои выводы с вашими, так что пишите комментарии. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Ну и спасибо, что досмотрели. Всем пока!